Здорово, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал Чайный Гаджет, и, ребятушки, дождались! Сегодня у нас на распаковочном столе самый мощный смартфон в галактике, а именно Asus ROG Phone 5S. Данный девайс является более продвинутой, более проапгрейженной версией старого доброго ROG Phone 5 поколения. Теперь у нас тут сердцем героя используется 888 Snapdragon. Что ж, камень, конечно, пылкий. Сейчас мы узнаем, насколько качественно и хорошо смогли его обуздать и усмирить в компании Asus. Но я думаю, с этим будет все хорошо, потому что система охлаждения у девайсов всегда была на высоте, и ROG Phone отлично сопротивлялись тротлингу и показывали прекрасно производительность в любых тяжелых ресурсоемких современных играх. Также нам тут прокачали сенсорный слой, то есть тач теперь на 360 Гц, Air-триггеры тоже нового поколения используются, и многие плюшки-ништяки тоже вывели на соответствующий новый уровень. Так что, ребятки, мне прям не терпится обкатать этот девайс, так сказать, на практике, в деле, и посмотреть, на что же он действительно способен. Разумеется, все необходимые ссылочки будут в описании под этим роликом, и тем, кто приобретет сей девайс, так сказать, в предпродаже, обязуются отправить вот такую вот штуковину совершенно бесплатно. Это, получается, система активного охлаждения для Asus ROG Phone 5S. Она у нас использует вот такие вот дополнительные триггеры. То есть теперь можно будет смартфон играть не в 4 пальца, например, а сразу в 6. Да, это, конечно, не мой уровень скилла, но, в принципе, эта штуковина точно пригодится тем, кто профессионально катает в те же самые MMORPG, да и, в принципе, в стрелялки, в тот же PUBG можно будет теперь, вот как я уже говорил, катать в 6 пальцев, значит, любые действия на вот эти клавиши. Так, ну и его мы тоже сегодня обкатаем. Но пока что мы его положим в стороночку, потому что пришло время для нашего сегодняшнего героя. Повторюсь, девайс у нас идет вот в такой вот, в принципе, минималистичной, лаконичной черной картонной коробке. Также надписью с названием смартфона ROG Phone 5S, маркировочка процессора, тут тоже ROG Phone 5S, и сзади указаны некоторые технические характеристики, которые я вам, в принципе, огласил пару секунд ранее. Кроме того, что у нас тут 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель на 512 гигов. То есть этот аппарат у нас реально, ребят, заряжен просто по самые не могу. Ладно, в общем, все, мне не терпится, у меня горит, так что приступаем к вскрытию. Погнали! Так, это сюда, руки трясутся. Ребята, извините, но сегодня будет море эмоций. И вуаля, перед нами, собственно, коробка во всей красе. Это у нас мульт, в принципе, я его узнаю. Мы, кстати, я делал видео про пятый ROG Phone, и там я показывал, как вся эта штука работает. Это интерактивный такой комикс, который оживает при помощи нашего сегодняшнего героя. Так, далее у нас идет основная комплектация. Давайте-ка посмотрим, что нам сюда накидали. Вау, он белый, офигеть! Офигеть, белый. Так, подождите, ладно, сейчас будем смотреть по очереди. Тут у нас идет скрепка для извлечения сим-лотка, тоже с символикой компании Asus. Так, далее идут наклеечки в количестве одной штуки. Эти наклейки — это уже IMEI. Ну и, собственно, тут у нас еще гарантийная карточка присутствует. Наклейки тоже такие вот фирмовые, хромированные, переливаются всеми тонами и цветами радуги. И их тут, кстати, очень и очень много. Ну, извините, наклеечки я тоже люблю, моя слабость. Далее идет чехол. Чехол, сейчас посмотрим. Он у нас, кстати, прозрачный. Кто помнит, когда я делал распаковку пятого ROG Phone, там шел черный, точно такой же чехольчик. Но то понятно, девайс-то у нас идет в белом исполнении. Так что, если бы он был черный, хотя, блин, мне кажется, он тоже круто смотрелся. Сейчас я найду, мы примерим черный чехол на белый вариант. Это будет, наверное, вообще что-то с чем-то, потому что черный и белый — это отличное сочетание. Так, пока что его отложим в сторонку. Что у нас тут дальше? А, ну дальше у нас идет сам наш сегодняшний герой, легенда игровая. Белый Asus ROG Phone 5S. Так, пока что сюда добиваем комплектацию. Что у нас осталось? А осталось у нас, ребят. Так, идем по порядочку. И первым делом нас встречает вот такой вот здоровенный матерый блок зарядного устройства. Кстати, с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки прямиком из коробки. Объем аккумуляторной батареи, кто не помнит, на ROG Phone 5, на ROG Phone 5S у нас в 6000 мАч используются две батарейки. Они вот так вот разделены по 3000 мАч, что позволяет ему не перегреваться и быстро заряжаться. Собственно, насколько я помню, вот эта вот зарядочка должна полностью заряжать нашего сегодняшнего героя вот с 0 до 100% 6000 мАч ориентировочно за 50 минут, а до 30% он заряжается вроде как за 20, а то и за 15 минут, там надо посмотреть более точно. Но в целом зарядка реально очень быстрая. Следом у нас идет, опа, вот такой вот, кстати, USB-C кабель.
в тканевой оплетке. То есть это прям такой премиум сегмент. Ничего себе. И попутно это у нас USB-C и USB-C. Ну и еще вот такие вот маленькие бонусы в виде в конвертах таких вот пластиковых. Это у нас заглушки. Это дополнительные заглушки. Одни уже здесь есть в устройстве. Собственно, для USB порта и для второго порта USB-C, который еще и идет с клеммами для подключения всевозможной игровой периферии, то есть чтобы это все прикрывалось на случай, если вы это потеряете. Это приятный бонус, мне кажется, это вот когда производитель заботится и вот такие вот мелочи кладет в комплект, это всегда плюс. Ну и собственно все. Не хватает только комплектной гарнитурки, вот прям, что было вообще супер шоколадно, но я знаю, у Asus есть специальные игровые гарнитуры, да и в целом, я думаю, все уже давно пользуются Bluetooth наушниками, так что это ни для кого не составит какую-то большущую проблему. Вот так вот выглядит у нас вся комплектация от новенького Asus ROG Phone 5S. В целом есть все, что нужно для первого старта. Я надеюсь, еще пленочка поклеена у нас на дисплее, хотя, в принципе, этим сейчас, наверное, уже никого не удивить, но пленочки у нас нет. Так что надо будет как-то позаботиться о дисплее нашего сегодняшнего героя. Я не спорю, то, что тут используется последнего поколения Gorilla. Дисплей вроде как износостойкий, не царапается. У меня, во всяком случае, на пятерке, на тройке, даже на двойке до сих пор не появилось никаких царапин. Хотя, в принципе, я их не гоняю прямо хвосты в гриву, но все равно постоянно клацают, смыкаю, играю на них и пока что еще держится. Ну, я думаю, тут тоже не подведет, но все равно я рекомендую поклеить на такой шикарнейший аппарат какую-нибудь хорошую защитную пленочку. И я просто держу в руках, кайфую его, ребят. Он белый, наконец-то белый аппаратец. Но согласитесь, в белом исполнении смартфон выглядит просто шикардозно. Хотя, вот эти вот моменты на нем не особо выделяются. Тут у нас есть LED-подсветочка, разумеется. Но как только она запустится, все это исправится и все будет видно. Так, ладно, дорогие друзья, раз я уже попутно убрал практически все транспортировочные пленки, осталось тут по мелочи, давайте-ка ознакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Asus ROG Phone 5S находится, разумеется, глазок под фронтальную камеру. И да, ребят, он тут не в дисплее, то есть тут полноценная нормальная матрица без вырезов, чёлок и прочей мишуры. Рядом с камерой находятся датчики, сверху и снизу два полноценных громких стереодинамика, ну и, собственно, дисплей с диагональю в 6,78 дюйма. Частота дисплея составляет 144 Гц, а отклик всего в 1 миллисекунду. Справа, сверху и снизу находятся новые разогнанные Air-триггеры, далее идет качельки регулировки громкости, синяя кнопка включения, да, смотрится интересно, и дополнительный микрофон. На левой же грани под резиновой заглушкой, о которой я говорил ранее, находится USB-C разъем и специальные клеммы для подключения игровой периферии. Ну и снизу, можно сказать, классический, но в то же время довольно дизайнерски необычный слот под две нано-сим-карты. Карточку памяти сюда поставить не получится. Но вспоминая то, что тут 512 гигов, как-то что-то не особо-то и надо. Сверху находится только еще один дополнительный микрофон для шумоподавления. На нижней же грани у нас находится нормальный, 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников, USB-C разъем и микрофон. Ну и на тыльной стороне этого величавого красавца находится сразу три глазка основной камеры, вспышка, дополнительный микрофон для шумоподавления, также у нас тут есть надпись 64 мегапикселя квад-камера, ну и логотип компании Asus, который, кстати, как я уже говорил, светится. Ну и за счет того, что наш девайс белый, он, конечно же, не будет так алчно собирать ваши отпечатки пальцев. Да, ребят, стоит отдать должное дизайнерам компании Asus, смартфончик смотрится реально очень брутально, по-игровому стильно, и в то же время не скажу, что он прям какой-то дико вычурный, как-то пестро бросается из толпы других девайсов, он такой более, я бы сказал, сдержанный, но все равно он однозначно игровой, с этим не поспорить. И в то же время не могу сказать, что 5S как-то сильно отличается от пятерки. Давайте-ка, чтобы не быть голословным, возьмем пятерочку Asus ROG Phone 5 поколения против Asus ROG Phone 5S. По сути, они прям братья-близнецы. Единственное, повторюсь, отличие только у нас в раскраске. Но напомню, пятый обычно идет тоже в белом исполнении, а вот этот идет в таком же темном. Основные отличия у нас заключены, разумеется, в начинке данных девайсов. Тут используется 888 Snapdragon, который тоже еще прям пушка для игр. Но опять же, почему так говорю, хотя в предыдущих видео я мошнил на 888, потому что Asus у нас умеют в охлаждении. Я каждый раз говорил то, что немногим производителям удалось обуздать пыл 888 дракона. Мы тестировали Asus ROG Phone 5 поколения, и он действительно показал себя на отлично. Прекрасно справляется
справляюсь, опять же, с самым главным злом, а именно с тротлингом. Если не верите, у нас на канале есть большой детальный тест. Мы также подготовим большой детальный тест и для этого аппарата. И сравним их в бою. Это будет вообще просто мега эпик. Так что, разумеется, подписываемся на канал и прожимаем большие пальцы вверх, если хотите увидеть эпичную битву вот этих вот игровых титанов. Ну, как я уже говорил, в целом с тротлингом у них беды нет. Так что они не только в синтетике выжимают кучу баллов в том же Антуту, но и на практике в играх показывают себя очень и очень достойно. Ну а сейчас давайте-ка быстренько, потому что у меня очень много игровых девайсов, сравним его с ближайшими конкурентами, предшественниками и так далее. И первый на очереди — это работяга, трудяга Asus ROG Phone 2. Двоечка, да, ребят, он у меня есть. Вот в таком дизайне аппарат идет, пластиковая тут вставочка. Тоже очень и очень интересная машинка. Камерки, конечно, тут поменьше, их всего лишь два глазка, зато используются две вспышки Трутон. Вот такое вот решение, но все же это, наверное, не самая главная фишка игрового смартфона. Он тоже вполне себе топчик, до сих пор тянет все игры прямо на максималочках. Ну, уже кое-где там подсдает позиции, там в Геншине на ультрах и так далее. Но все-таки аппарату уже очень много времени, и то, что он прекрасно себя ведет в играх, это большущий ему, опять же, плюс. Далее по списку у нас есть еще Asus ROG Phone 3. Вот такой вот аппарат, тоже вот по глазкам камеры похожие девайсы, по массогабаритам они все, в принципе, очень-очень близки, но отличаются, разумеется, дизайном задней крышки и железом в первую очередь. А вы обязательно пишите в комментариях, какой дизайн аппарата вам нравится больше, предшественников или нового поколения. Далее по списку у нас будет холодильник от компании Xiaomi Black Shark 4. К сожалению, прошечки у меня нет, но она, в принципе, в общих чертах выглядит плюс-минус точно так же. Аппарат покомпактнее, но однозначно потолще, а по весу плюс-минус одинаковые, ну а вы тоже пишите, какой дизайн вам нравится больше. Вот Xiaomi-шка, она прям вообще никак не кричит о том, что она игровая, это уж точно. Ну а кто реально кричит со всех щелей о том, что он игровой, это, разумеется, Lenovo Legion. Да, и такой зверь у меня тоже есть, ребят. Аппарат, конечно, специфичный, на глобалочку он так и не пришел, тут используется 888 Snapdragon, в нашем герое, напомню, используется 888 со знаком плюс. Повторюсь, девайс очень такой специфично, имеет такое утолщение. Кстати, смотрелки его жутко сгинали, жалко, конечно, я пока что с этим не сталкивался, вроде как работает нормально, и вроде как даже нашел на него нормальную прошивочку, так что скоро, ребятки, будут подробные детальные тесты, и мы эти девайсы обязательно сравним. Далее по списку у нас идет ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, 6-я прошечка, тоже топовый игровой девайс, в принципе, конкурент нашего сегодняшнего героя, но, повторюсь, тут у нас используется 888 Snapdragon, а значит, он будет немножечко отставать от Asus ROG Phone 5S. Ну и тоже пишите, ребятки, какой дизайн вам нравится больше. И напоследок давайте-ка, наверное, еще возьмем 6S Pro, потому что вот они уже прям реально лобовые конкуренты. Тут 888 дракон со знаком плюс, и тут 888 дракон со знаком плюс. Так что я знаю, о чем вы подумали, их тоже мы обязательно сравним в ближайшем будущем. Так, ладно, ребятушки, давайте-ка запускаться и смотреть, на что же способен наш сегодняшний герой и чем он нас сейчас удивит. Сейчас я запускаюсь, прохожу все необходимые быстрые настройки, и мы продолжаем. Та-дам! Наш герой благополучным образом запустился, я прошел все необходимые быстрые настройки, нас встречает оболочка от компании Asus, это своя оболочка для смартфонов подразделения, так сказать, линейки ROG. Тут в целом немного перерисованный интерфейс, нас встречает опять же, по сути, ну что тут, иконки переделали, шторку там еще по мелочи где-то что-то, но в целом это очень похожая на сток от Google оболочка, поэтому тут респект ребятам из компании Asus, что на Zenfone, что на ROG-фонах, реально приятно пользоваться смартфоном, все летает, никаких проблем вообще нет. А плюс ко всему тут еще используется 144-герцовая матрица, вы видите, насколько тут все плавно, я очень на это надеюсь, потому что, ну, моя камера, скорее всего, не передает всей красоты картинки, потому что она у меня в 30 FPS снимает, ну ничего, как-нибудь раскошелюсь на 60, ну и 60 это будет не то, нужно что-то с более высокой частотой кадров, и вам нужно смотреть на более высокогерцовых мониторах, чтобы оценить, поэтому кто бы что ни говорил, но по большей части приходится опираться, когда смотришь на видосики с подобной техникой, именно на впечатление автора. Так, давайте-ка перейдем в настройки системы, посмотрим, что у нас тут написано. ROG Phone 5S, 11-й Android, свежачок. Я думаю, 12-ка сюда тоже очень быстро полетит, потому что, ну, опять же, поддержка у смартфонов от компании Asus меня радует. Так, а вот на обновление системы. И наш сегодняшний герой использует оболочку 18.1220.2111.160. Да, название, конечно, сложное.
сложно перевариваемое, но девайс сигнализирует нам о том, что это у нас последняя версия прошивки, самый свежачок. Так, что еще хочу отметить? Давайте-ка посмотрим, какая у нас частота обновления. Мне кажется, это однозначно не 60, не 90, либо 120, либо 144. Делаем ставочки, смотрим, что у нас есть. Да, действительно, пока что стоит 120, но мы не идем на компромиссы, потому что девайс полноценно дает пользоваться частотой в 144 Гц. Это сейчас прям кибер must have. Так, ну, я, конечно, не скажу, что это прям как-то сильно бросается в глаза, когда пересаживаешься со 120 на 144, но вот в играх это будет заметно, ребятушки. Так, что еще? А, да, у нас же тут есть специальный режим X, который и превращает Asus ROG Phone 5-го поколения с приставкой S, собственно, в ультимативную игровую машинку последнего поколения. Ну, во всяком случае, он точно поменял тему. Теперь тут больше красных оттенков. Есть система... А, ну вот, кстати, системная подсветочка. Если кого-то напрягает, ее можно отключить здесь, либо же активировать тоже тут. Так, вот она горит. Смотрим. Ну, на белом, кстати, на белом аппарате, быть может, не самый, как по мне, удачный вариант использования подобного рода подсветки, хотя все равно видно, да, ну, вроде как видно, а потому что на черном она прям вообще горит, ну, за счет контраста, это естественно. А переходим в настройки, сейчас экран, где у нас тут есть эта вот LED RGB подсветочка, есть Always On Display, DC Dimming. Так, ребятушки, справился с этой задачей, нашел меню с настройками подсветки. Оно, кстати, быстро вызывается вот отсюда. Клацаем на системную подсветку, собственно, и попадаем в меню, где можно отстроить ее вообще как только вашей душе угодно. То есть смартфон будет не просто моргать и не только красным цветом, тут вообще можно все что угодно поставить. Смотрите, как все это делается. Вот, кстати, ставим на уведомления, на музыку, запуск игр, опять же, идет заряд. И внешние аксессуары, источники для подключения. В общем, короче, все, что только угодно, собрано здесь, и тут можно всем этим делом управлять. Изменить подсветку и, допустим, ставим зеленый. Вот вам зеленый. Далее ставим синий. А вот и синий, ребят. В общем, палитра тут довольно богатая. Регулируем тон, полутон, подсветку, яркость, скорость этой самой пульсации. Например, вот сейчас побыстрее поставил. И если вам, допустим, не нравится такая пульсация, есть статичное дыхание, цветовой цикл, там, чтобы вообще переливалось вот... И вуаля, зеленый, синий, красный, оранжевый, голубой, какой угодно цвет, все это кастомизируется. А также вот, допустим, радуга, это вообще что такое? А, то есть он не только конкретно одним цветом переливается, а сразу несколькими, вот смотрите. То есть не только синий, допустим, а синий, красный, зеленый переходит из цвета в цвет... И так далее. Ну, конечно же, в тени это будет вообще просто шикарнейшим образом заметно. Вот, на черном, конечно, ну, он выигрывает в любом случае, когда дело касается подсветки, то, конечно же, на черном она будет всегда более заметна. Так что, если это прям основополагающий фактор выбора смартфона, то могу рекомендовать в черном исполнении. Если же нет, то и в белом это просто красавец. И далее мы отправляемся к еще одному немаловажному пункту. Погнали! Ох, прям, ну, вот с басами прям все очень классно тут. Так, и тут у нас это консоль. Собственно, тут мы управляем производительностью нашего сегодняшнего девайса. Ставим режим динамичный, допустим, если нам нужно было, ну, максимальный баланс по всем пунктам. Сверхустойчивый, то есть если нам важна автономность всего девайса. И, допустим, это у нас расширенный, тут уже можно что-то подкрутить, изменить уже. Ну, по сути, это режим кастомизации. И режим X, где смартфон просто выдавливает из себя все соки. Также у нас тут на фоне играет музычку, которую, в принципе, можно прикрутить тоже в настройках. Но я сейчас ее прикручу вот таким вот вандальным способом. Все, она нам мешать не будет. Тут показывается температура процессора, видеокарточки, температура батареи, оставшееся время работы в максимально производительном режиме. Кстати, для каждого режима тоже он будет подстраиваться, показывать, сколько он будет работать. И, собственно, также системные подсветки, ну, более такие дополнительные, что ли, так сказать, настройки кастомизации игрового девайса. Есть, как уже обычно на игровых смартфончиках. Сейчас я тут переверну. Ага, вот,
автоповорот, готово. И это у нас, собственно, игровое пространство, и как его назвал производитель, библиотека игр. Тут, собственно, будут собраны все релизы, все тайтлы, которые вы поставите на данный девайс. И, как видите, у меня пока что тут только тест Antutu, но я не мог первым делом не поставить сюда Antutu, разумеется, для выжимки всех соков нашего героя, чем мы сейчас буквально через пару секунд, ребятушки, и займемся. Ну а пока что я покажу вам, как тут все это дело настраивается. Вот тут находятся профили, настройка ставим максимум для геймеров, дальше тепловой лимит тоже на максимум, на максимум, чтобы вообще была отличная сопротивляемость тротлингу, а телефон не скидывал частоты на продолжительных игровых сессиях. Выжимаем, повторюсь, все соки по максимуму, чтобы посмотреть, на что же он действительно, ребятки, способен. Далее следует пункт экран, где мы также ставим либо высокое качество, сбалансированный, или пользовательский, где вы уже можете поставить какие-то дополнительные настройки сглаживания, анизотропной фильтрации, увеличить детализацию текстур, ну, за счет резкости. Так, ну и тут дальше уже идут настройки аксессуара, макросов, аир-триггеров там, и так далее. В общем, более подробно мы рассмотрим этот момент в нашем большом игровом тесте. Так что, ребятки, пишите, что именно вы бы хотели увидеть в самом этом тесте. Ну а сейчас мы, собственно, займемся Antutu и синтетическими тестами. Так что сейчас я прогоняю нашего героя 5 раз в тесте Antutu и смотрим, что же он нам выдаст. Ну и задействовав все мыслимые и немыслимые улучшайки и бустеры, наш нынешний герой выбивает посредством 5 прогонов в тесте Antutu 9 версии 885 004 очка. Это максималочки, которые нам удалось выжать из данного аппарата. И в целом это вполне себе бодрый результат для 888 дракона со знаком плюс. И Asus ROG Phone 5S становится официально у нас чемпионом на наших тестах синтетики. Во всяком случае, в Antutu это самый мощный аппарат из всех, что я когда-либо держал на данный момент. Ну, разумеется, ждем аппаратов на Snapdragon 8 Gen 1, который должен уже скоро выйти, и там, конечно, мы ждем уже миллион очков. Ну, а пока что на данный момент из тех, что можно купить, взять, потрогать, Asus ROG Phone 5S становится самым мощным. Так, давайте я вам покажу предыдущего нашего абсолютного чемпиона. Это ZTE Nubia Red Magic 6S Pro. Это тоже максимальная версия данного девайса, и смартфончик у нас набрал 884 072 очка. Получается, Asus ROG Phone 5S обогнал Nubia примерно на 1000 очков. Так, давайте-ка посмотрим, где у нас и в чем отрыв. По процессорной части Nubia чуть-чуть вырвалась вперед. По графике у нас ROG Phone впереди. По памяти, кстати, тоже ROG Phone. И по UX-у ROG Phone. По трем позициям ROG Phone обгоняет своего, так сказать, заклятого оппонента-конкурента. Так, что еще хочу отметить, то что, ну, в целом, конечно, если глаза прищуривать, то очень близки эти показатели, обязательно сведем их в тесте, так сказать, нашем живом, в игровом, потому что, ну, синтетика, это не 100% показатель, все надо смотреть именно в играх, конкретно с FPS, нагревом и с тротлингом, потому что все эти три пункта немаловажные показатели для комфортного игрового процесса. Далее по списку давайте-ка возьмем его предшественника, хотя, по сути, я не могу его назвать полноценным предшественником, потому что машинка до сих пор более чем актуальна. И разница примерно в районе 5%, да, около 5% в пользу новиночки. Так, по процессорной части наш герой впереди, по графике, по памяти и по UX. Основной, кстати, самый большой именно по UX отрыв. Так что, ну, мне кажется, все-таки в играх он будет чувствовать, ну, дышать чуточку легче, чем пятерка. Но, как по мне, и пятерка сейчас прекрасный вариант для игр. Вообще без вариантов даже, на самом деле. А далее по списку давайте-ка возьмем один из самых необычных игровых смартфонов современности. Это Lenovo Legion 2 Pro. Тоже 888 Snapdragon используется, без приставки плюс, и 842 тысячи очков. Ну а циферки плюс-минус такие же, как и у Asus ROG Phone 5. Обычные пятерки на 888 драконе. А следующий по списку у нас смартфон работяга. Это Realme GT. Тоже идет 888 Snapdragon и 840 тысяч очков по максимуму выдает данный девайс. Тоже использовал всевозможные улучшайки и бустеры. И вот такая вот у нас картина по очкам и баллам в тесте Antutu. И еще давайте-ка возьмем Black Shark 4-го поколения. Правда, к сожалению, у меня только на 870-м. Ну, заодно посмотрите разницу между 870-м Snapdragon и 888-м со знаком плюс. Вот такая вот довольно существенная пропасть. Мне кажется, в 15, а то и 20%. Ну, это так, навскидку, на глаз. По графике отрыв очень-очень большой. По памяти
по UX. Вот, кстати, по UX не такой кардинальный отрыв, как по графике и как по памяти. Во как, ребятки. Ну и что? Что? Конечно же, надо отправлять этого монстра наши непредвзятые тесты с FPS нагревом и тротлингом, потому что вот этот аппарат, раз он показал себя достойно в синтетике, я надеюсь, он не подведет и также достойно покажет себя и во всех современных играх. Так что давайте-ка дружненько навалимся, наберем под этим роликом 1500 больших пальцев вверх. Я отправляю нашего героя на наш зубодробильный большой тест игр. Двигаемся далее, и следующий пункт нашей сегодняшней дискотеки, кстати, про дискотеку. Пришло время послушать нашего сегодняшнего героя. Asus ROG Phone 5S обладает двумя полноценными мощными стереодинамиками. Кстати, они направлены, что, разумеется, плюсик в любой игре, потому что, ну, вы будете слышать все, что происходит, непосредственно каждый динамик располагается и направлен именно к вам в уши. Ну, что логично, опять же, для игрового смартфона это очень важная вещь. Также хочу отметить то, что это совершенно новые 7-магнитные динамики. Ну и плюс ко всему у нас тут есть еще выделенный чип Cirrus Logic, так что задел под хорошее звучание у нашего героя уж точно есть. Ну и давайте-ка проверим, так ли это или нет. Блин, каждый раз смотрю, 512 гигов, офигеть. Так, папка тест, куда я скинул, вот она, и давайте какой-нибудь рандомный трек послушаем, на что он способен. Погнали. Громкость на максимум. Воу. Слушаем. Басы чувствуются с порогу, хотя пока что в троих не было, но есть вибрация. Раз, но бас. Очень громкий. Блин, прикольно. Не, звук однозначно зачетный, низы хорошие, плотные, середина читаемая и вверх, ну, без песка и лишнего шума. Ну и повторяюсь, то, что идет прям динамики в тебя, в лицо. Да, ребят, я знаю то, что в игровом смартфоне камеры никогда не ставили на первое место, но все равно тут все должно быть довольно сбалансировано, потому что нашего сегодняшнего героя оснастили фронталкой на 24 мегапикселя. Добро пожаловать в качественные стримы. Так, следом у нас идет основная камера на 64 мегапикселя, это топовый соньковский сенсор IMX686, далее идет ширик на 13 мегапикселей и макро на 5. В целом тандем точно такой же, как и использовался в его предшественнике. Там камера показала себя действительно неплохо, а если сравнить именно с другими игровыми решениями, то камера тут одна из лучших, прям однозначно. Так, что еще хочу показать? Ну, в целом, интерфейс нам уже до боли знакомый. Я даже не знаю, что тут добавить, рассказать, показать. Вот есть пункт видео. Можно поставить Full HD 60, 4K, 4K 60 и 8K, кстати, системой стабилизации. Вот 8K я поставил, и у нас тут еще будет довольно неплохая система стабилизации при таком максимальном разрешении. Можно активировать еще и суперстабилизацию, но она будет, насколько я помню, работать только в Full HD, поэтому, ну, какого-то большого смысла в ней не вижу. Ставим, секундочку, вот сюда, ставим 4K 60 кадров в секунду, можно сказать, максимально народные сейчас настройки, и радуемся жизни, стаб тут тоже действительно будет весьма неплохой. Переходим в настройки фото сюда и смотрим, максимальное разрешение съемки будет 64 мегапикселя, это прям максимальная детализация. Если же поставить вот обычное, ну, тот он не подписывает, это просто написано 4 к 3 соотношение сторон, но снимать он будет в разрешении 16 мегапикселей. И тут же можно будет уже активировать широкий угол, макро и так далее. То есть, если мы поставим, не забываем, вот 64, то уже активировать вот эти дополнительные камеры прямо из этого интерфейса не получится. Надо будет переходить в поднастройки. Есть портретный режим, панорама, документы, окей, и еще. Тут, собственно, QR-код, профессиональный режим, макро, вот отсюда можно будет, и так далее. Но я все-таки выжимаю всегда все по максимуму, поэтому ставлю режим 64 мегапикселя и наслаждаюсь детализацией. Хотя, сейчас мы посмотрим, как он нам продемонстрирует свои возможности. Выходим на улицу, берем его ближайших игровых конкурентов за пазуху и смотрим, кто же из них действительно фотографирует лучше.
тест записи видеокамеры смартфона Asus ROG Phone 5S. Запись ведется в максимальном 8K разрешении, это 8K 30 кадров в секунду. Повторюсь, используются максимальные настройки для видеосъемки. При всем при этом у нас, ребятки, есть еще вполне себе неплохая система стабилизации. Да, 8K 30 кадров в секунду с системой стабилизации. Смартфон держу на вытянутой руке, идем обычным прогулочным шагом. И вот такая вот, ребят, у нас картиночка в целом получается. Давайте-ка пройдемся быстрым шагом до паровоза. Так. И еще проверим автоматическую систему фокусировочки. Так, есть макро на горизонт. Еще раз макро. И еще раз на горизонт. Спускаемся с небес на землю, активировав народные 4K 30 кадров в секунду. Плюс ко всему, мы сейчас, ребят, снимаем уже на широкий угол. Да, ширик позволяет снимать в 4K 30 кадров в секунду. При всем при этом, еще и активировав довольно неплохую систему стабилизации. Опять же, идем обычным прогулочным шагом, снимаем нашу главнейшую достопримечательность в городе Тихорецке. И вот такая вот, ребят, у нас картинка в целом получается. Но если активировать еще более народный Full HD 60 кадров в секунду, то тут можно уже играться с несколькими объективами. Переходим на основной. Так, сейчас запись ведется на основную камеру и возвращаемся обратно на ширик. Еще раз всем привет, дорогие друзья, сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и тут запись ведется в максимальном разрешении, получается это будет Full HD либо 30, либо 60 кадров в секунду. Но также хочу отметить то, что система стабилизации, благо, никуда не убежала, никуда не делась, так что у нас тут по-прежнему есть вполне себе неплохой стаб. В общем, для каких-то нетребовательных блогеров, для стримеров однозначно камера это сгодится, да и в плане фотовозможностей она тоже вполне себе ничего. Ну и вот так у нас снимает передняя камера Asus ROG Phone 5S. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте, думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч!